Доброго времени суток. Сегодня я расскажу, как защитить OpenSSH сервер от терапин атаки взлома канала. Ну что это такое, кому это надо, расскажу. Применим сканер с сайта terapinattack.com. Пофиксим SSHD конфиг и проверим, что все получилось. В общем, что это и кому это надо. Есть такой сайтик terapinattack.com. Я приведу в описании, конечно же. Значит, что на нем сказано, что однажды в 2024 году на конференции, в общем, была презентована атака, названная Terrapin атака. Короче, она позволяет сделать ваш канал несекьюрным. То есть, по сути, практически ваш канал могут смотреть, что вы передаете. Как минимум, как максимум, подобрать параметры, когда станет возможно не только прочитать данные, но и записать. В общем, здесь есть документация какая-то, что как происходит и какие признаки есть. Все на английском языке. Ну, я вам покажу более простой путь. Значит, смотрим, что здесь написано. Ну, здесь написано вот в основном, что нужно нам удалить вот такой шифр и вот такой вот MAC алгоритм с нашего SSH конфига. Вот это и сделаем. Но для этого нам понадобится, конечно же, исследовать сервер. Vulnerability Scanner. Загружаем. Тут сказано, что вот бинарники есть на GitHub. В общем-то, код написан на Go. Открываем сам. Вот он, этот код. Можно скачать сразу же бинарник. В общем, скачать Docker. Ну, сделаем по-простому. Мы сбилдим просто. Вот здесь есть go install latest. Мы сделаем попроще. Я возьму, просто скопирую GitHub путь. Если у вас установлен go version, да, покажет go version, то этот путь для вас. Если нет, то скачивайте бинарник, будет то же самое. Значит, я перехожу в какую-то папочку и здесь включаю у себя такую proxyfi. Ну, вы не включаете, потому что у вас не будет такой команды, просто я подключаю прокси на некоторое время и делаю git clone. Ну, я буду скачивать весь репозиторий deps 1. Короче, он будет не весь репозиторий скачивать, а конкретно последний коммит, что для достаточно. Значит, перехожу в эту директорию и здесь что имеем. Тут какие-то файлы есть. Значит, нужно скомпилить мне. Я буду компилить. Вы, если хотите, скачивайте бинарники прямо с GitHub для вашей системы, папочку кладете и запускаете. Я делаю это таким образом: git go mod td, ну, первоначально, чтобы он обновил, и go build. Сразу же появляется бинарник уже скомпиленный. Ну, golang программка небольшая, поэтому скомпилила быстро, даже на моем медленном компьютере. Terrapin Scanner. Terrapin Scanner запускаю и пишет, что вот ключи нужны. Ключи connect string. Ну, первое connect string и все. То есть двоеточие connect. Даже не две тире, а просто connect и указываю свой сервер. 192.168.1.108. Вы пишете свой сервак. Указываете свой сервак. Через двоеточие указываете порт.
В общем, вот он выдал, что вот у меня есть чача, поле, суппорт есть. Но на сайте сказано, что нам нужно удалить этого суппорта. То есть, если мы обнаружили, что у нас чача поле, то это плохо. И вот такое вот окончание тоже не должно быть у нас. Поэтому у меня support true. Ну, сканер несовершенен, поэтому здесь выдает сообщение, что peer support, terrapin mitigation can be, ну, короче, not vulnerable, то terrapin. На самом деле, если написала, что support true, то это плохо. Нужно, чтобы было false. Что мы сделаем? Я зайду на свой сервер. Значит, терапин я какой? Угу. На вот этот сервер, да, зайду. 8. Саш. Прирут. Собачка и мой сервер. Так. И здесь перейду. Посмотрю простую команду SSHD-T, мой весь конфиг. Что мы видим? Что вот что-то, тут пелена целая. Но сделаем проще. Чтобы не смотреть весь конфиг, сделаем SSHD. Здесь оставим такую вертикальную черту. И здесь grep цифер. Цифер. Вот эта строчка нам нужна. Цифр чача-поля sh.com. Берем, копируем, копим. И что теперь? Теперь я беру на. Вернее, как, захожу в etc sh. Смотрю, какие тут файлы. Угу. Slash. В общем, SHD конфиг есть. Угу. SHD конфиг. Ну, беру и правлю на SHD конфиг. Продвигаюсь. Здесь есть у нас порт. Ciphers and keying. Ну, беру тут на следующей строчке. Вставляю то, что я скопировал. И пишу перед чача, пишу минус. Короче, вот так, чтобы было с минусом. И нажимаю Ctrl-O и Ctrl-X. Ввожу систему KTL, Restart, SHD. Выхожу отсюда и повторим сканирование. Что мы видим? Что чача поле support false. Вот и замечательненько. Ну, у нас есть еще кое-что. У нас есть такой вот признак ETM OpenSSH.com. Так, видим, что ETM есть, поэтому заходим обратно на наш сервак. Также я ввожу SSHD-T. Нахожу grep, здесь нахожу max, вот так вот. Что мы видим? Что здесь у нас есть etm, да? Ну, давайте еще раз повторю команду, только не grep max, а grep минус e большое, кавычки открывается, одинарное сюда вставляю, вот такие вот дела. Ну, выдала ту же строчку. Короче, суть в том, что нужно вот эту вот строчку нам взять, скопировать, копия, и повторно записать, прийти в папочку, еще раз открыть на редактирование наш конфиг. Смотрим циферс, тут вставляем сюда эту строчку. Берем,
и просто-напросто берем и удаляем все, что где вот этот вот находим, что etm собачка openssh.com, берем и просто их стираем. etm это первые, даже не первые, тут их много. Ну, короче, я беру вот так вот и все стираю. Остается вот эти вот оставшиеся. Да, оставшиеся остаются, вот и хорошо. Беру Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. И также перестартую сервер. Restart и выхожу exit. А вернее, как выхожу, нужно посмотреть и проконтролировать, остались ли у нас такие строчки. Нет, не остались, отлично. Ну и теперь замечательненько, можно еще раз пересканировать. И сканировать мы будем, скорее всего, с помощью... Ну, тут давайте я выхожу. Сканировать будем с помощью Scanner and Map. Если хотите, сюда апт-апдейт. И сюда апт-инстал на map. Ну, то есть установим еще дополнительно на map для того, чтобы проверить наш SSH сервер OpenSSH. Угу. Upgradable. Invalid operation install. Ага, install двумя. Так, ну написала, что у меня уже установлен NMAP. Значит, у меня есть такая команда. NMAP. Все команды я приведу в описании к видео. Но сейчас вставим вот такую командочку. Так, ну я заменю хост мой, потому что у меня хост 192.168.1.108. Вы ставите свой айпишник, свой порт и применяете эту командочку. И она что нам делает? Она нам показывает, какие реально у вас на сервере видны алгоритмы SSHD, кекс алгоритмы, а в общем, ну, по сути, нам нужно, что у нас не осталось encryption алгоритмов и MAC алгоритмов уязвимых, остались только нужные. Ну и теперь можно просканировать еще раз терапин сканером, и он покажет, что у нас, ну, обычно все фалс. Все, спасибо за внимание, ставьте лайк видео. Пишите комменты. До новых встреч.